Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Небеса подождут». Мистическая драма «Небеса подождут» полюбилась зрителям. Все серии смотрелись на одном дыхании. К сожалению, нет информации на данный момент о том, что режиссер готовит продолжение картины. Актеры задействованы в других проектах. Их графики расписаны на год вперед. Однако не стоит огорчаться. Ведь любимые актеры вскоре вновь появятся на наших экранах, в новых сериалах и фильмах. Ведь телеканал «Россия-1» уже приготовил зрителям очень много киноновинок. А как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли продолжение сериалу? Или первый сезон имел логическое завершение? Оставьте свой отзыв в комментариях. Насколько ли преданы друзья, как хотят казаться? Где гарантия, что при первой же возможности они не воткнут нож в спину? С данной дилеммой столкнулся герой сериала «Небеса подождут», который был убит собственным другом, но получил второй шанс, вернувшись в теле другого человека. Вполне вероятно, что второй сезон сериала будет выпущен, вот только произойдет это не раньше весны 2022 года. Если вам понравился сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.